Доска почета – место притяжения для всех, кто любит прогуляться по центральной площади города. Как правило, каждый год на доске размещаются портреты лучших работников разных сфер – здравоохранения, ЖКХ, образования, спорта. Люди подходят, знакомятся с элитой города, узнают своих коллег, радуются успеху и равняются на лучших. Последние два года доска не обновлялась. Депутатский корпус по инициативе главы района Андрея Иванова решил возродить традицию. В данный момент происходит демонтаж фотографий, которые пришли в негодность. Также сейчас проходит совет депутатов, на котором утверждается список кандидатов для размещения на новую доску почета. И в ближайшее время будут приглашены кандидаты, мы их сфотографируем и разместим на доске. Конструкция доски почета нуждается в обновлении. Пока с нее демонтируются фотографии, выцветшие от времени. После утверждения списка новых кандидатов на звание лучших, будут подготовлены фото в новом обрамлении. Проект реконструкции пока в разработке, но строители планируют добавить защитное стекло или пластик на фотогалерею. Сейчас пока находится на утверждении реконструкция доски. Не могу вам точно дать определение, как, в каком виде она будет, но точно будет более приличном виде. Кто-то назовет ее пережитком прошлого, кто-то почетным местом. Куда попасть не так уж просто. Среди кандидатов на доску почета прошлых лет были и призеры олимпиад, и заслуженные работники культуры, ветераны педагогического труда, водители, доярки, директора школ, социальные работники. Доска почета будет жить, заявляют в администрации. Ведь это еще и пример преемственности поколений. Святослав Савенков, Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».